look at me. Ну чем вдохновляться? Чем вдохновиться? Может быть, мужчины, там такой мужчина. Ох, ладно, нет, мужчины мы не будем вдохновляться, будем вдохновляться книгами. Ах, это хорошее настроение, это радость. Радость и счастье привлекает деньги. За радостью следуют огромные деньги. А ключи к позитивному мышлению. The Blue Hill. Ну что, будем гадать по книгам? Взяла первую книжку, которая у меня попалась сверху. Ох, где ключи? Ключи от квартиры, где деньги лежат. Ключи от квартиры, где деньги лежат. Немножко вдохновиться. Обратите внимание. Так, ладно, ты не сомневаюсь. Давайте посерьезнее. Давайте посерьезнее. Книжкам. Тем более это вот основатель, тем более ключи к позитивному мышлению Наполеон Хилл, Майкл Рид. Майкл Рид, обратите внимание, какая у меня большая сумочка и полная книг. И вообще сегодня у меня с собой две сумочки. Во второй сумочке у меня волшебный телефон. Волшебный телефон. Ну что, на чем же мы, куда мы поставим, куда мы эту сумочку поставим, сюда подвинем или куда, сюда поставим, давайте сюда ее поставим, эту сумочку, она ближе сюда, изречение мудрых людей. Представляете, это книжка, открыла я ее на изречениях мудрых людей. Веселое сердце, и как раз в тему, ну да, и как раз в тему, сейчас я сюда ближе, чтобы меня было больше крупным планом, чтобы вы меня видели крупным планом, я сегодня такая в шляпе. На позитиве и такая вся такая красивая, такая красотка. Ну что, изречение, страница, ох, и страница 80-я, ну все одно к одному, представляете? 80-я страница, изречение мудрых людей, веселое сердце, благотворно, как врачество. Вот это точно. Да. Смотрите, так оно есть. Книга притчи Соломоновых 17.22. 17.22. Да я не шучу. Я даже это специально нет. Я просто положила книжки в мою сумочку. Эта книжка была сверху. Я открыла ее на первой странице, которая открылась. Обратите внимание, вы даже можете посмотреть. А что тут дальше? Что дальше пишут? Жизнерадостность,
проливает лучик света на наши мысли и наполняет нас стойким и прекрасным ощущением гармонии. Джозеф Эдисон. Вот это точно, вот это точно. Обретите добродетель, если у вас ее нет. Уильям Шекспир. Покажите мне человека, который поет на работе. Томас Карлайл. Если вы стремитесь к качеству, ведите себя так, как будто уже достигли его. Испробуйте технику «как будто». Уильям Джеймс. Если уж вы действительно хотите жить лучше всего, начните жить прямо. Если вы действительно хотите жить лучше всего, начните жить прямо сейчас. Олден. Используйте свои слабости, усиливайте их до силовых сторон. Оливье. Лоуренс Оливье. Смело действуйте, и высшие силы помогут вам достичь цели. Изречение мудрых людей. А здесь как бы здесь тоже изречение мудрых людей. Уверенность в себе – первый ключ к успеху. Ральф Уолдо Эмерсон. Скажите себе втайне от всех, у меня есть дар справляться со всеми трудностями. Эндрю Карнеги. Эндрю Карнеги. Разочарование – это просто отчаяние раненой любви к себе. Франсуа де Фенелон. Давайте по оглавлению, давайте другие. Вообще книжечкам. Это огромное количество книжек из моей библиотеки. Творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудин. Книжечки из моей библиотеки. Так что вот. Лестница к успеху. Давайте, путь к уверенной жизни. Путь к уверенной жизни. Или все-таки к искусству соблазнения, учимся соблазнять. Наталья Борисовна Правдина. Ох, такая тяжелая сумочка получилась. Look at me. Ох, я такая. Look at me. Так, на какой странице открылась у нас? Здесь нужно по оглавлению посмотреть. Новые стар. Так, значит, так. Молитва – самая мощная форма энергии. Так, вам нужна энергия, молитесь. Сейчас мы все почитаем, все изучим. 87-я страница. 87-я страница. Сейчас мы с вами быстренько пробежимся. Что-то мне такое отмечено. 87-я. Молитва – самая мощная форма энергии. Так, еще красиво. Красиво и себя заснять. Однажды ранним утром я прибыл на вокзал Гранд Централ в Нью-Йорке и сел в такси, чтобы ехать домой. Вот. Водитель оказался очень веселым и приветливым человеком. «Раннее утро, а вы уже трудитесь», – похвалил его я. «О», – ответил он, – «я здесь каждое утро в это время, то есть каждое утро, кроме воскресенья». «А что вы делаете в воскресенье?» – поинтересовался я. «А вы как думаете?» «Иду в церковь, конечно». Он остановился на красный свет. «И это еще не все», – добавил он. «Я еще пою в церковном хоре». Я люблю
старинные, я люблю старинные гимны, а вы? Получив утвердительный ответ, он вдруг спросил: а хотите, я спою вам гимн? Это было очень необычно, но в Нью-Йорке можно ожидать всего чего угодно. Я сказал: да, с удовольствием послушаю, как вы поете. Страница 88-я. Правильно? 88-я. Он тотчас начал петь один из старинных гимнов. Он пел чистым, сильным тенором, пока мы двигались по 5-й авеню. Когда он закончил, я похвалил его, а затем спросил: у вас в церкви хороший пастор? Хороший пастор, воскликнул он. Да у нас самый лучший пастор во всем Нью-Йорке. Мне понравились его слова, потому что мне всегда приятно слышать, когда человек положительно отзывается о своем пасторе. В этот момент мы проезжали мимо моей церкви на углу 5-й авеню и 29-й стрит. А вот сюда я хожу в церковь, сказал я. Правда? А у вас здесь хороший пастырь. Ну как вам сказать, замялся он. Так себе, видите ли, я сам и есть пастор. От неожиданности он чуть не выехал на тротуар. Когда мы остановились у моего дома, мы еще пару минут говорили. Смотрите, Норман Винсент Пил это пишет. Значит, он, в общем, я так понимаю, вот был пастором в церкви. Я скажу вам, почему мой пастор так много для меня значит, сказал он. Я ведь не всегда был таксистом. Раньше у меня был неплохой бизнес, но он пришел в упадок, когда наступил экономический кризис в стране. Я знала, что у Бога есть для меня план, и это правда. Мой пастор помог мне устроиться в таксопарк. Он тогда сказал: Билл, управлять такси – это же то же самое, что управлять любым другим бизнесом. Если ты будешь хорошо обслуживать людей, если ты будешь приветливым, если будешь хорошо относиться к людям и верить в Бога, все у тебя пойдет хорошо. А ты будешь получать удовольствие от своей работы. Мой пастор сказал мне, чтобы каждое утро, приходя в гараж за машиной, перед тем, как выехать, я склонил голову над рулем и посвящал свою работу в этот день Богу и людям. На этом месте мы с вами остановимся поподробнее, потому что это как раз те жемчужины, которые мы с вами, в общем, и нанизываем, знаете, такое ожерелье. Ожерелье сокровища, мудрости из книг. Это нужно прочитать еще раз, подчеркнуть, а компьютер мне поставит на зарядочку. Вот. Где это было? Где это место? Вот. Мой пастор сказал мне, чтобы каждое утро, приходя в гараж за машиной, перед тем, как выехать, я склонял голову над рулем и посвящал свою работу в этот день Богу и людям. Может, я покажусь вам чересчур набожным, но знаете, я стал неплохо жить, а главное, мне все это очень нравится. Я счастлив, как никогда раньше. Это страница 88-я. В книге Нормана Винсента Пила «Путь к уверенной жизни», «Уверенность, контроль, удовлетворенность, они будут ваши, стоит лишь только захотеть». Могу сказать совершенно определенно, что передо мной был человек, сочетавший себе умение хорошо делать свое дело и свою религию, и добившийся успеха в жизни.
У меня нет ни тени сомнения, что сегодня этот водитель занимается делами более масштабными, потому что он придерживается философии, которая работает. Верь в Бога, усердно трудись, отдай свое дело в руки Бога и служи людям. Смотрите, верь в Бога, усердно трудись, отдай свое дело в руки Бога и служи людям. Этот водитель такси пользовался методикой, которую настоятельно рекомендовал один из виднейших ученых мира, Алексис Каррель. Он говорил, самая мощная форма энергии, которую в состоянии генерировать человек, это молитва. Молитва, подобно радио, является излучающейся и самогенерирующейся формой энергии. Смотрите, Алексис Каррель говорил, самая мощная форма энергии, которую в состоянии генерировать человек, это молитва. Молитва, подобно радио, является излучающейся и самогенерирующей формой энергии. Просто жемчужины, жемчужины мудрости. Алексис Каррель, чье политическое заблуждение ни в коей мере не умаляют его научных познаний, сделал это поразительное заявление поколению, которое прекрасно знакомо с энергией в ее самых грозных формах. И тем не менее, как подчеркнул ученый, самая мощная форма энергии, которую способен генерировать человек, это не механическая, не электрическая и даже не атомная энергия. Это молитвенная энергия. Большинство из нас новички в молитве. Многие редко молятся, многие не молятся вообще. По большому счету существует три способа, при помощи которых человек добивается того, что он хочет: труд, ум и молитва. Первыми двумя люди пользуются ежедневно, третьим обычно пренебрегают. Почему? Скорее всего, потому что работа и мышление являются очевидными составляющими повседневной жизни. Это нечто обыденное, а то время как молитва связана с чем-то абсолютно иным, с особым состоянием и расположением духа. Молитву превратили в своего рода воскресный ритуал, далекий от нашей будничной жизни. Исключение молитвы из жизни человека является трагическим упущением. Это вынуждает нас нести на себе вес груз жизненных проблем. Неудивительно, что у людей происходят срывы, и им не удается добиться всего, на что они способны. Посредством духовных процедур мы можем войти в контакт с колоссальным источником энергии. При помощи молитвы можно генерировать значительно больше энергии, чем при работе мозга или рук. Повторяю еще раз. Самая мощная форма энергии, которую может генерировать человек, это энергия молитвы. Пишет на 89-й странице в своей книге Норман Винсент Пилл, один из основателей позитивного мышления. Связь между людьми и Вселенной может оказаться намного более глубокой, чем мы думаем. Мы являемся частью природы и Бога. И чтобы по-настоящему преуспеть в жизни, необходимо войти в гармонию с ними.
Одна женщина после серьезной продолжительной болезни поехала на реабилитацию во Флориду, на Дейтона-Бич, один из самых великолепных пляжей мира. Ну, дальше на примеры приводятся, что во время отдыха она каждый день подолгу лежала на пляже, принимая солнечные ванны. Рядом не было ни души. Она среди природы, она сознательно обращала свой разум к Богу и самозабвенно молилась. Однажды эта женщина явственно ощутила глубокую тишину природы. Она почувствовала небывалую гармонию с окружающим миром. Тишина была такой полной, что к своему удивлению она стала слышать, как бьется ее сердце. Она начала считать удары. Она уловила их ритм четкий и устойчивый. Слушая, как бьется сердце, она немедленно повернула голову и стала разглядывать травинки, пробивающиеся сквозь песок пляжа, чистые и свежие от морского бриза. Ее взор остановился на одной травинке. Она следила за тем, как эта травинка медленно и изящно раскачивалась на ветру, практически в том же ритме, в каком бьется ее сердце. Затем она посмотрела на море, переливаясь на солнце мириадами бриллиантов, играя лучами длинными, пенистые волны величественно накатывались на чистый песок. К женщине внезапно пришло осознание того поразительного факта, что волны накатываются в том же ритме, в каком качалась травинка и билось ее сердце. Она вдруг почувствовала истинную гармонию ритма. Она вдруг почувствовала истинную гармонию ритма. Вслед за этим пришло понимание, что она единое целое с природой, что она одна из составляющих частей внутренней гармонии. От этой мысли одиночество и страх мгновенно улетучились. Теперь она знала, что находится в гармонии с Богом. А что целительные божественные силы потоком текут через нее, возвращая здоровье. Это вызвало у женщины глубокое чувство умиротворения и обновления. «Я больше не буду ничего бояться», — сказала она, «потому что теперь я знаю, что есть сила, заново восстанавливающая жизнь. Я знаю секрет того, как настроиться на эту силу. Это та среда, через которую устанавливается тесная связь человека с Богом», — пишет на 90 странице Норман Винсент Пил в книжке «Путь к уверенной жизни». Чтобы молиться эффективно, вам необходимо овладеть искусством молитвы. Неверно думать, что законы эффективности неприменимы к молитве. Очевидно, навыки необходимы для обращения с любыми видами энергии. И тем не менее, для владения искусством молитвы необходимо всего лишь следовать определенным простым правилам. Чтобы стать экспертом в этой области, не нужно заканчивать
колледж или техникум. Первый шаг на пути постижения искусства молитвы – это попросту молиться. Можно перечитать все книги, когда-либо написанные о молитве. Можно посещать бесчисленное количество семинаров на эту тему. Но единственный способ научиться молиться – это молиться. Гениально, просто гениально. Ну что, это будет 28 минуток позитива со мной, с Татьяной Салмановной, Мактум Сайфуди. Я решила надеть шляпку, потому что, в принципе, в Санкт-Петербурге сегодня немножко так прохладно. Я приняла душ, волосы у меня еще не совсем высохли, вы понимаете, да? Ну, себя показать, наверное, себя показать. Как-то красивенько без шляпы, себя так без шляпы показать. Может быть, они быстрее высохнут на ветру мои волосы. Как я лучше получаю, в шляпу или без шляпы? Просто думала, лучше одеть как-то шляпку, в общем, как-то эти все-таки головные уборы, в принципе, украшают, да, так это красиво. Жилеточка. Здесь, конечно, нужно так немножко туда, такую причесочку, такую красивую причесочку сделать. Татьяна Салмановна, Мактум Сайфутин.